Всем привет! Сейчас вы узнаете про один необычный фонарь от Феникс, который светит так, что убивает все вирусы, если они есть. А также про ручку, грозу всех гопников, которой можно выбивать стекла в авто. Не часто такое встретишь, да? Про фонари я кое-что знаю, и на тесте у меня побывало их больше десятка, но такого не было. Это прибор с ультрафиолетовым излучением. Также может применяться с обычным светодиодом, как уличный вариант. Данный многофункциональный фонарь работает на одной литий-ионной батарее 18650 и дает свет наибольшей яркостью 1200 люмен. При этом расстояние действия луча составляет 170 метров. Круглый переключатель позволяет быстро выбрать требуемый уровень яркости. Боковые кнопки служат для активации ультрафиолетового освещения. Корпус изготовлен с применением качественного, прочного и стойкого к износу алюминия А6061Т6. Модель выдерживает падение с высоты 1 метра без повреждений и поломок. Стандарт защиты от пыли и влаги IP68. Мощный ультрафиолетовый свет может дезинфицировать самые распространенные бактерии и вирусы за 30 секунд. Модель в состоянии убивать излучением вирус COVID, что особенно актуально ввиду нынешней пандемии. Фонарь характеризуется компактными размерами, его удобно транспортировать, и он подходит для наружного освещения и обеззараживания на небольшом расстоянии. В наборе предусмотрена одна литий-ионная аккумуляторная батарея, которую можно подзарядить обычной microUSB, это очень классно. Среди прочих особенностей – тройная безопасность защитной крышки от ультрафиолета, две кнопки для активации и автоматическое ограничение времени работы ультрафиолета. То есть больше чем на 30 секунд за одно нажатие вы не посветите. Модель защищена от перегрева корпуса, кстати. Поскольку в процессе свечения фонарь накапливает достаточно много тепла, то предусмотрена опция понижения яркости. Когда температура превысит 60 градусов Цельсия, фонарь будет автоматически уменьшать яркость на несколько люменов. Когда температура составит менее 60 градусов, можно опять выбрать турборежим освещения. А чтобы вы могли отследить степень заряженности, предусмотрена цветовая индикация. В зависимости от того, сколько заряда осталось, индикатор горит зеленым светом, мигает зеленым, горит красным, либо мигает красным светом. Когда фонарь выключен, можно единожды нажать на боковую кнопку, чтобы посмотреть статус аккумулятора. Ну а теперь давайте перейдем к тестам. Скажу вот про свои ощущения. Фонарь очень годный по качеству и по мощности. Освечивает лес очень хорошо. И если он будет у вас в темное время суток, я думаю, вы не пожалеете. Очень хорошо светит фонарь. Светит он большим пятном, не в одну точку, так что он осветит вам большую площадь. Как вдаль, так и в диаметре. А эта штука похожа на ручку, в принципе так оно и есть, только ей еще можно разбить лобовое стекло, бутылку и многое другое, что вбредет вам в голову. Помимо этого она очень хорошо пишет, чернила в ней расходуются намного экономнее, благодаря чему одной ручкой можно было бы начертить линию примерно 6000 метров. В пишущий стержень чернила заправлены под давлением и ручка легко пишет в самых разных ситуациях. Диапазон рабочих температур для нее составляет от минус 35 до плюс 120 градусов. Она свободно будет писать под водой и даже по заверению производителя в условиях космоса. Мы ж тут все часто в космос летаем, да?
После того, как чернила закончатся, можно установить в ручку новый пишущий стержень или же заправить заново старый. Что касается тактических качеств модели Phoenix T5 Ti, то о них производители также позаботились на славу. Корпус данной ручки сделан из титанового сплава, который назван TS4. Он очень прочный, не подвержен всем основным видам коррозии, при этом остается довольно легким. Вес ручки 40 грамм. Благодаря обработке на станках корпус выглядит очень изящно, что никоим образом не снижает его надежности. Клипса для страховочного крепления ручки сделана из стали. Наконечник на обратной стороне ручки выполнен из прочного вольфрама. Его предлагается использовать в тактических целях, для самозащиты, в аварийных ситуациях и даже для атак. Производители предупреждают, что с ручкой нужно быть осторожными, чтобы не пораниться нею случайно. Вместе с ручкой продается 3 запасных уплотнительных кольца, а также удобный чехол, который можно использовать в качестве пенала сразу для нескольких пишущих инструментов или прочих мелочей. Вещь не дешевая. Напишите свои предположения, кому могут понадобиться такие ручки. Может, есть какие-то специфические работы, где они там нужны. А в целом, фонарик и ручка от Phoenix сделаны очень качественно, вещи достойные, но не для больших масс, как я понимаю, а для хобби или для узких профессий. Рад для вас стараться. Делайте стандартный ритуал YouTube: подписка, лайк, колокольчик, а также пишите, что вы хотите на обзор из тактического сегмента и не только. Ну и будьте мне все здоровы, до свидания!